Добрый день, зовут меня Алексей Будаев. Я нахожусь в славном городе Киеве, который приехал сюда на определенного рода мероприятие, называемое семинар. Являюсь официальным партнером компании Forever Freedom International. И сейчас мы с вами находимся возле этого формата для одной простой цели, чтобы проверить еще один интересный факт. Наша компания платит нам деньги за работу и переводит их на пластиковую карту. Вот такую пластиковую карту, называется она Visa Gold Plus, которая пришла ко мне по почте, видно, да? Вот. И все средства зачисляются туда. Ну, естественно, в той валюте, в которой существует страна, то есть доллар США. Так вот, некоторые люди, особенно скептики, считают, что эти средства не доходят до нас. Я решил просто сегодня убедиться в этом, так ли это на самом деле. Все-таки приводят туда деньги или они остаются где-то там в воздухе? Потому что многие мне говорили, а ты сам вообще держал когда-нибудь их в руках? Ну вот сегодня мы с вами посмотрим, есть ли там что-то на самом деле, можем ли подержать в руках, или это действительно какой-то миф. Будем мы снимать какую-нибудь сумму, скажем, долларов 400, в местной валюте это около 3200 гривен. Ну вот, попробуем это сделать. Вставляем карточку, выбираем язык. Так, вводим пин-код. Так, выдача наличных. Ну, пусть это будет 3200 гривен, скажем. Нажимаем «Да». Сейчас квитанцию. Выходит наша карточка. По идее, должны выехать деньги. Что-то там шумит, не знаю, что может быть, выйдет просто чек. Так, нет, оказывается, деньги выехали. Надо пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ровно 3200 гривен, то есть все в порядке. Оказывается, все в порядке. Действительно, деньги платят, и вы знаете, это не миф. Оказались неправы те, кто думал, что это не так. А все кажется просто. Нужно просто включать мышление не наемного рабочего, а предпринимателя, и тогда все будет в порядке, и вы поймете, что ни одна компания не будет делать таких тупых приколов, которые приносят тебе прибыль. Поэтому желаю вам внимательно разобраться в этой идее до конца, пройти по той ссылке, если вы все-таки заинтересованы как-то в этой информации, пройти по той ссылке, что находится снизу этого видео, и узнать, что же за компания, чем мы занимаемся и за что нам здесь платят деньги. Ну, на этом все. Желаю удачи!